Я веду свой репортаж с берега моря. Мы находимся в шикарном курорте, который называется Сухуми. Отдыхаем в потрясающем пансионате Айтар. Всем передаем привет. Спросим отдыхающую здесь Яну. Яна, как вам здесь отдых? Я счастлива. До такой степени счастлива, что боюсь умереть. А как море? Шикарно. То волна, то не волна. Прекрасно, замечательно. Погода устраивает, окружение. Да вообще окружение шикарное. Попались девчата все. Супер. Одна лучше другой. Это раз. Кормят на убой. Просто на убой. Море шикарное, погода шикарная. Первый раз осенью. И здорово. Лучше не бывает. Сейчас мы хотели бы на секунду от вас отвлечься, показать Луну, если она получится. Это Солнце, которое заходит за горизонт. А Луна, она, наверное, пьяна. Да, вот так. Ну... С Луной как-то не очень. С Солнцем получилось получше. А вот и герой нашего сегодняшнего репортажа. Всем добра, счастья, любви. Отдыхайте осенью в Абхазии.